Завершение строительства эстакады, которая свяжет 8-й микрорайон с центром города Одинцово, отличный подарок для горожан к Новому году. Тем более, что знаковое событие запланировано как раз на декабрь. Сейчас заканчивается устройство подходов к путепроводу. Рабочие уже начали устанавливать ограждения. Бетонируются стойки под шумозащитные экраны. На правом направлении в полном объеме положен литой асфальтобетон. Теперь по плану укладка щебеночно-мастичного асфальта. На левой стороне моста эти работы только предстоит выполнить. Температурный режим боится только асфальт. Остальные работы мы можем делать и минусовые. Температура только асфальт, и самое главное здесь осадки. Не на портаж. Осадки самые главные. То есть еще минус там 3, к примеру, мы укладывать можем, но если будет снег, то на снег, конечно, мы укладывать асфальт. Невозможно, покрытие должно быть сухое. Не только погодные условия осложняют строительные работы. Подрядчик жалуется, платежи приходится согласовывать по 2 недели. Кроме того, есть проблемы с поставками щебня. Его привозят в Одинцово из Калужской области. Единственный карьер, который подходит по марке щебня. А там сейчас в основном отгружают щебень на А107, потом еще на какие-то обходные дороги Калуги. И там дано указание, что давать по 100-130 кубов организации. Альтернативные есть поставщики щебня? Нет. Только Калуга? Да. Мы уже попробовали все, но по прочности не проходит никто. Потому что Тула там очень прочность щебня, очень маленькая. Хорошо, сформулируйте мне четкую задачу. Договориться о таких-то поставках щебня с такого-то конкретного карьера. Мы выйдем тогда на администрацию города Калуги или Калужского региона и попросим отрегулировать вопрос. Но эти сложности никак не отразятся на сроках ввода эстакады в эксплуатацию, обещает подрядчик. Основные работы должны быть завершены уже в ноябре. В декабре у рабочих будет время на устранение мелких недоделок. В декабре, ну, там уже будем что-то доделать, может быть, докрашивать там, значит, опоры там и так далее. Ну, то есть те виды работ, которые так называемые сезонные, а это по существу у нас осталось здесь именно укладка асфальтобетона, они будут завершены. Значит, в установленные сроки, с учетом погодных условий, значит, в соответствии с ГОСТом и нормативным, так сказать, состоянием. Я предупредил подрядную организацию о том, что мы не позволим нарушать температурный режим, поэтому осталось не так много времени. Мы все видим прогноз погоды. Потихонечку наступают холода. У нас есть порядка там 10, в нашем понимании, дней. Но подрядная организация уверяет, что на следующей неделе весь асфальт будет уложен, и дальше уже останутся работы, которые не регламентируются погодными условиями. Когда строительство эстакады на улице Маковского возобновили, в интернете появились слухи, что путепровод сделают коммерческим. Сейчас любой горожанин может убедиться в том, что пункты взимания платы здесь проектом не предусмотрены. А значит, проехать из 8-го микрорайона в центр Одинцово можно будет совершенно бесплатно. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».